Комфортная, благоустроенная социальная среда, культура и экология. Нам надо сформировать справедливые тарифы на коммунальные услуги, а сами услуги сделать качественными. Нам надо увеличить пособие социально уязвимых горожан. Создать в каждом квартале и пригороде подразделения муниципия для благоустройства и поддержания в надлежащем порядке благоустроенных зон, а также работы с социально незащищенными жителями муниципия. Это очень важная часть нашей программы, потому что нам всем стыдно за состояние кварталов домов, построенных в советские времена. Ямы, вырванные бордюры, вытоптанные газоны, поломанные деревья, и плюс там, то там, то там вырастают, значит, непонятные какие-то строения. Да?